ну все, мы прощаемся с нашим любимым пляжем возле башни Чебан-Кале и едем дальше путешествовать по Крыму. Вот он, пляжик, на котором мы любили купаться, маячок. Вот там впереди видна наша любимая башенка Чебан-Кале, в которой мы уже не раз поднимались, гуляли там среди елочек. И вот, вот там вот мы где-то стояли в деревьях. А сейчас вам покажем дорогу немножко от Морского до Ялты. Поехали!
победили.